Друзья, в продаже у нас появился Volkswagen Passat 2005 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 2 литра, 150 лошадиных сил. На автомате, на переднем приводе имеются литые диски, повторители на зеркалах, парктроники в круг автомобиля, противотуманные фары. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрегулировка зеркал с подогревом. Круиз-контроль, мультируль, штатная мультимедиа, подогревы передних кресел, климат-контроль, обогрев полностью электронный лобового стекла, обогрев заднего стекла, тканевый салон. Сзади у нас электростеклоподъемники, 3 места с подлокотником. Также электрорегулировка наклона спинки и поясничной зоны у водителя. Машина в хорошем состоянии. Также установлена Webasto на автомате 2 литра, 2005 год.